В сельском поселении Володарское состоялся отчет главы поселения перед Советом депутатов, в котором речь шла об итогах работы администрации за 2016 год. В числе достижений по развитию инфраструктуры в ушедшем году Гуцев назвал расширение дорожного полотна до 2 полос на улице Текстильной, создание 2 новых парковочных зон у дома номер 2 по улице Елоховая роща и у здания администрации поселения, обустройство детской игровой площадки нового поколения на улице Зеленой и ряд других. Кроме того, смонтированы линии освещения и ливневые канализации в районе строящегося детского сада и муниципальной котельной. Также глава оценил хорошую работу 3 образовательных учреждений – библиотеки, местного учреждения среднего образования и школы искусств. Все они понимают, что работают на одной территории, часто с одними и теми же детьми, и совместная работа дает лучший результат. По итогам доклада главы поселения Совет депутатов дал оценку деятельности местной администрации. Его работу и работу администрации принять удовлетворительно. Кто за это решение? Прошу голосовать. Исчерпана повестка дня. Глава Ленинского района Олег Хромов также положительно оценил проделанную в 2016 году работу на территории поселения Володарское и заверил собравшихся, что в наступившем 2017 его жителей ждет несколько значимых событий, которые отразятся на качестве их жизни. В этом году нас с вами ждет большое количество открытий. Я уже сказал, и 2-й стадион у нас появится, школа, само собой. У нас появится просто замечательный новый детский сад.